Всем привет, мои хорошие, с вами Светлана. Сегодня у нас посылочка Mixit, и там очень крутые средства для волос. Но я надеюсь, что они крутые, мне очень хочется быстрее их протестировать. Больше всего на свете, наверное, люблю распаковки Mixit, потому что здесь всегда какие-нибудь есть ништяки. Особенно для моего маленького друга, который сидит тут рядом и ждет. Так. Вот как у нас все с вами упаковано. Смотрите, с чего начнем? Давайте с вот этого пузыречка. Так, это у нас шампунь, девчонки. Шампунь-активатор роста волос с черным перцем, экстрактом петрушки и пантенолом способствует интенсивному росту. Не вот то, что нужно. Волос освежает, питает кожу головы, дарит заметный объем. Вот это я тоже очень люблю. Применение для ежедневного применения подходит. Так, и состав. Смотрите, девчонки, кому интересно. Вот он состав. Сейчас понюхаем. Классно, что дозатор. Я люблю, когда шампунь с дозатором. Но это бывает так редко. Ой, как классно пахнет. Я даже мимо капнула. Он очень густой. Стекает. Сейчас вытрем. Пахнет классно каким-то цветочками и зелень. Какая-то свежесть есть. Так, ладно, шампунь будем тестировать с вами вместе потом. Так, что это у нас голубенькое? Малыш что-то уже схватил. Так, это у нас, смотрите, девчонки, плохо отсвечивает. Эксфолиирующая маска для кожи головы с ахакислотами, пептидами и пантенолом. Эффективно отшелушивает кожу, способствует снижению выпаданию волос и их росту. Это классно. Гликолевая кислота, янтарная кислота с кислотами. В общем, кислотная маска для волос. У меня сейчас волосы в хорошем состоянии. Поэтому очень быстро жирнятся, девчонки, очень быстро прям жирнятся. Смотрите, какое желе! Класс вообще, синенькое такое желе. Класс, котят? Пахнет так же, как шампунь. Очень круто пахнет. Не надо руками лазить. Очень круто пахнет. Прям такая какая-то дорогая парфюмерная душка. Опять вот эта свежесть цветочки, но более ярко выражена, чем в шампуне. Ой, запах вообще мрак, девчонки. Вот я такой парфюм хочу. Так, все, маску закрываем как следует. Будем тестить. Посмотрим потом способ применения, когда будем с вами применять. Так, следующие два продукта. Это у нас скрабик для волос. Так, смотрите, фокус. Скраб для глубокого очищения кожи головы с экстрактом ламинарии. Ламинарии, кстати, для волос и для лица вообще очень полезно. Молочной кислотой и ретинолом. Эффективно очищают кожу головы от скопления избытков себума. Класс, 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 класс. У меня все скрабы для волос как раз позаканчивались. Предотвращает выпадение, дарит чистоту и свежесть. Ламинария стимулирует рост волос. Классно. Открываем. Что у нас здесь? Здесь вот такая вот беленькая консистенция. Тоже пахнет схоже, но нанюхай. Ну, а душка не так ярко выражена. Потом посмотрим с вами, когда будем делать. Есть тут частички? Нет, я пока не вижу. Хотя вроде что-то похожее на частички там есть, на мелкие. Посмотрим тогда. Так, и следующий продукт у нас с вами. Это разогревающая маска, активатор роста волос с красным перцем, растительным протеином и пантенолом. Пробуждает волосяные луковицы, ускоряет их рост, укрепляет, предотвращает их выпадение, защищает от повреждений и ломкости. Очень-очень круто. Это вот прям для меня, для моих волос, для моей кожи головы. Также пахнет, как предыдущая, как скрабик. Как скрабик, пахнет абсолютно так же. Вот такие средства для волос. Да, и теперь ништяки для тебя. Конечно же, здесь накладная у нас, открыточка от Mixit. Коробку уберем. Ништяки для тебя. Сейчас, сейчас все достанем. Вот это все круто. Новые наклейки, да, новые. Дождалась ты новых, новогодние. 21 год. Да, вот. У нас New Year 2021. Класс. Держи, это все тебе. Это я себе тоже. Подожди. Открыточка, смотрите, Happy New Year 2021. И блокнотик, как всегда, они вкладывают. Тоже у меня малыш куда-то постоянно девает и теряет. Вот тебе теперь блокнот, делай запись, поняла? Так, ну все, девчонки, пойдем с вами сейчас вместе тестировать средства для волос. И посмотрим, действительно ли они так хороши, как заявляет нам производитель. Так, ну что, мои красотки, какой у нас план действий? Сначала мы с вами будем мыть голову вот этим шампунем. Промоем как следует. И потом я хочу скрабик сделать. Так, где он у нас? Вот он. Сделаем вместе с вами скрабик. Я уже прочитала инструкцию по применению. Написано, что нужно нанести
на кожу головы по проборам и на волосы, и массировать до вспенивания, то есть он у нас будет пениться, скраб. Вот так вот. Мне кажется, можно было без шампуня даже, но мы будем полный комплекс пробовать. Мне очень хочется, чтобы подольше волосы были свежие, потому что, когда я брюнетка, у меня уже на второй день после помывки головы все, корни уже грязные, уже не свежие, это видно. Когда я была брюнеткой, я все время была в поисках таких вот средств, которые дольше продлевают свежесть головы, потому что голову я мою через день. И потом мы с вами будем делать вот эту вот маску-активатор, которая с перцем. По инструкции ее написано, нужно на 3-10 минут до термоэффекта наносить тоже на кожу головы и на волосы. И должен быть термоэффект. Я люблю такие продукты держать, если честно, на своих волосах до того момента, пока перестанет работать этот термоэффект. Ну, посмотрим по факту. Все, я отправляюсь мыть голову шампунем, а скрабик мы с вами нанесем тогда вместе. Так, ну что, девчонки, по шампуню. Мне хватило одного раза, чтобы вымыть волосы, но у нас еще и скраб пенится, поэтому я не стала два раза мыть. Обычно я два раза промываю голову, да, шампунем. Вымывает до скрипа, да, я немножко еще подержала, потому что уход кислотный, чтобы получше растворил загрязнение на коже головы. Минутки 2-3 подержала на волосах шампунь, смыла. Волосы вымытые до скрипа, но не спутанные, не запутанные в мочалку, нормально, все нормально. Давайте пробовать скраб. Так. Вот он. Нет, это маска. Так, вот он скрабик. Вот он. Сейчас будем с вами его наносить по проборам. Одела полотенце на волосы, потому что, ну, мне кажется, нам с вами так будет удобней. Расческу никакую не взяла. Ну, не надо нам. Так, зачерпываю прямо отсюда. Да, здесь есть мелкие частички, девчонки. Мелкие-мелкие. Совсем прям вот малюсенькие. Камера вам даже не передаст. Очень мелкие. Как вот, знаете, самая-самая мелкая соль и даже помельче. Так, сейчас нанесем на проборы и потом будем вспенивать. Я большие надежды возлагаю на эту линейку, если честно. Так. Они, кстати, совсем не травмирующие. Удобно, что они такие мелкие. Да, сам продукт у нас с вами кремовый. Удобно. Использовать удобно. Если я вам вот говорила, да, про скраб и фраше, там мне совсем неудобно, потому что когда вот так его наносишь руками на проборы, то эти огромные частички морской соли, они до кожи вообще не доходят. Они начинают где-то уже в волосах запутываться и на кожу головы не попадают. То есть здесь удобно. Я люблю, когда мелкие частички больше. Так, вторая сторона. Написано, по-моему, 2-3 раза в неделю применять. Сейчас посмотрим. Пока вспенивать будем. Если маска с перцем написана для сухой кожи головы 1 раз в 2 недели, а для жирной 1-2 раза в неделю... Это я запомнила. А скраб, по-моему, 2-3 раза в неделю. Так, спереди и сзади сейчас еще вот тут. По консистенции продукт такой, вы знаете, кремовый, прям питательный. Плюс вот эти частички. Никакого дискомфорта пока не ощущаю. Так, все, везде прошлась. Теперь до вспенивания мы с вами должны все это дело промассировать. Чувствуется, что это скраб, но вообще никаких травмирующих функций он в себе не несет. То есть они частички эти мелкие и, судя по всему, округлые, потому что я не чувствую, что по моей голове елозит что-то такое остроугольное, скажем так, да? Но особо у меня не пенится, да? Я полотенце же еще одевала. Пены я прям не вижу. Ну, вот так, конечно, в одном месте, если сильно-сильно, она есть небольшая. Так, сейчас посмотрим с вами, как часто его делать. Так. 1-2 раза в неделю, вот как. 1-2 раза в неделю для жирной. И я все наоборот, конечно же, перепутала. 1 раз в 2 недели для сухой, 1-2 раза в неделю для жирной кожи головы. Это было про скраб, а не про маску. Ладно, я сейчас еще помассирую.
и будем смывать. Все, девчонки, смылся он, кстати, очень хорошо. И после него такие мягкие волосики я бы вот так вот оставила, даже никакой бальзам или не смывашку не наносила. Прям мягкие волосики. Что-то беленькое, что ли? А, нет, отсвечивает. Очень хорошо смылся, замечательно. И волосы после него мягкие. То есть, когда смываете головой вниз, все равно, да, на кончики попадает продукт. Кремовая, наверное, вот эта вот текстура, она на самом деле ухаживает за волосами. То есть, это не тот скраб, которым вы себе пересушите кожу головы и волосы. Это хороший скраб. Объяснила, да? Разогревающая маска. Так вот, она у нас применяется на 3-10 минут, 2-3 раза в неделю, курсом 1-2 месяца. Погнали. Она у нас наносится и написана на кожу головы, и на волосы. Сейчас после скраба это прям будет душевно, я чувствую. Прям будет греть-то греть. Ой, волосы очень мягкие, гладенькие прям вообще. Так. По проборочкам сейчас тоже нанесем. Пока не чувствую. Ничего не чувствую. Ничего не чувствую. Пока не жжет. Где же мои вот шапки? Шапочку. О, пошло. Чувствую, пошло печь. Да. Класс, я такие продукты очень люблю. Пробуждаем наши волосяные фолликулы. Я, кстати, постриглась, как вам и говорила, по лунному календарю. Не сильно заметно, просто форму придали. Опять каре, боб-каре. Чуть-чуть покороче получилось. Потому что те волосы, которые еще были пожженные, они отваливались, и форма потерялась. И поэтому я постриглась несколько дней назад. В принципе, вы уже видео видели. Так. Ой, хорошо печет, сейчас хорошо. Но пока как бы все терпимо. Это классно. Главное потом этот продукт с рук смыть, как следует, да? Чтобы не залезть, не дай бог, в лицо. А то будет вообще красота. Так, вот здесь обязательно. Спереди. И сзади осталось. Немножечко помассируем сейчас. Я прям на всю длину наносить не буду, девчонки. Я сейчас вот так помассирую. И оно все равно, все это дело распределяется по волосам. Ой, когда массируешь, прям так хорошо печет вообще. Вах! Слушайте, прям вообще. Вот так вот все это дело сделаю. Сейчас буду ходить, сколько выдержу. Потому что печет прям огонь. Пока параллельно еще масочку для лица нанесу. Беломика сливочки. Все равно ходить будем. Да, теперь я понимаю, почему написано 3-10 минут. Потому что печет очень. Но кожа головы не краснеет пока. А так прям очень сильно. Будем терпеть. Шапка тут не нужна совсем. Шапки будет вообще капец. Так, эту масочку и навеки наношу, она классная. Очень здорово увлажняет, тон выравнивает. Все, девчонки, хожу. Прошло минут 10-12, девчонки, жжет до сих пор сильно, прям сильно, вообще капец. Я сейчас быстро смываю маску с волос, потом посушусь и посмотрим с вами на состояние волос. Ну что, девчонки, быстро. Готово. Волосы в отличном состоянии, живые, рассыпчатые, кожу головы не пожгла, шелушений пока никаких нету, все отлично, объемные, вот просто посушила феном, но да, привычным способом, объемные, чистенькие, хрустящие, как бы все здорово, в то же время не пушатся, лежат хорошо, поэтому комплексом пока довольна, но мы не будем с вами делать поспешных выводов, давайте подождем 2 дня до следующей помывки волос, и я включусь, и мы с вами посмотрим, как будут выглядеть волосы через 2 дня, сохранится ли свежесть более-менее, или, в принципе, будет тот же эффект, что бывает от всех у меня шампуней. На второй день у меня прям совсем уже жирная кожа головы. Пока очень довольна, очень-очень. И, кстати, вот это вот жжение от маски продолжалось и после того, как я ее смыла с волос, да,
А ходила в полотенце, пока макияж делала туда-сюда, и голову все еще пекло и грело. Сейчас уже все прошло, все нормально, все отлично. Волосики в прекрасном состоянии, мне очень нравятся. Посмотрим, что будет дальше. Девчонки, день третий. Шухер на голове, только проснулась, но волосы чистые. Что тут у меня белое? И вообще, я довольна. Вчера ходила весь день в шапке. Это был шок для меня, потому что если я одеваю шапку, почему я не люблю, девчонки, шапки? Я их терпеть не могу, никогда не ношу. Но сейчас очень было холодно, и пришлось в шапке ходить. Я лучше шарф на голову одену, что-нибудь такой, капюшон. Потому что если я одеваю шапку, все, у меня потом вот так. И ничего уже с этим не сделаешь. Не, ну можно попытаться, но будет некрасиво. Вчера весь день ходила в шапке, пришла, сняла шапку, а у меня прикорневой объем есть. Я не знаю, за счет именно какого средства, шампуня, либо маски, либо скраба, это достиглось, да? Но я очень сильно удивилась, поэтому мне уход нравится, он мне подходит. Вообще, я просто счастлива. Так, что еще хотела сказать по поводу глиттера. Вчера девчонки писали, одна девочка написала в комментариях, я вам в сюжете уже рассказала, что глиттер... Фаберликовский не смывается. Сначала нужно его удалять скотчем, а потом там чем-то смывать. Я забыла уже, она написала. Я взяла пенку Global Oxygen, да, новую, просто умылась и все смыла. Причем у нас вчера у ребенка был концерт, и я ей тоже блески навеки наносила. Обильно, так красиво. Вот. И то же самое я ей дала эту пенку, она все смыла, все замечательно, все прекрасно. Блески смываются с первого раза. Поэтому не бойтесь, девчонки, они очень хорошо смываются. И девочки еще писали, что скатываются, потому что гелевая основа скатывается в складку. Нет, но я наносила на тени, да, у меня уже были тени на глазах. И вообще ничего не скаталось. До поздней ночи носила. И ничего не скаталось. Все, они были как влитые на месте, поэтому я в восторге от глиттера. Он потрясающий. Так, что хотела сказать? По поводу туши еще. По поводу туши девчонки писали, что им приходит без коробочки. Мне тут показалось, что мне тоже без коробочки, наверное. И я перелопатила вчера все свои видео с заказами, нашла. Нашла, когда последний раз ее заказывала видео, она была у меня тоже в коробочке. Не знаю, почему девчонки выдвинули версию, что, может быть, от партии зависит, кому в коробочке, кому нет. Мне в коробочке приходило и в тот раз, и вчера, да. Сейчас мы с вами пойдем попробуем гель для унитазов, потом попробуем с вами кондиционер, и еще сегодня в планах сделать, наконец-то, маникюр. Но сначала уборка. Итак. Так, девчонки, гель для туалета. Сейчас мы с вами посмотрим, как он правильно у нас наносится. Где способ применения? Перед использованием встряхнуть флакон несколько раз. Для наилучшего результата использовать не реже 1-2 раз в неделю. Нанесите средство под ободок унитаза, оставьте на 10 минут. Для удаления сильных загрязнений в нижней части унитаза под водой оставьте на 60 минут. Слушайте, ну я сейчас по максимуму оставлю, наверное, пока буду там убираться еще. Пусть он здесь у нас будет. У меня здесь есть, девчонки, такое злачное место. Смотрите по периметру. Вот здесь вот ржавчина. Ну, как, ржавчина, как не ржавчина, на туалете не бывает, наверное, налет. Вот я хочу вот на этом месте вот особенно проверить. Так, сейчас плотненько нанесу. И пусть уже будет, сколько будет. И посмотрим с вами, да, видно. Не очень хорошо видно, да, но вот, вот по этому месту, по периметру есть налет. И запускаем с вами стирку. Так, здесь у нас энергично тоже встряхнуть. Ну и добавлять будем вот тут, смотрите, 15 миллилитров, пол колпачка. Он у нас концентрированный сейчас. И запускаем стирку, посмотрим, насколько мягким потом будет белье. Сейчас полотенце буду стирать. Девчонки, мотивация на уборку. Смотрите, пол плитки уже очистила, половины нет. Вот видите точки возле плиты, она у меня меланиновой губкой. Вот как она стирается. Просто помочили ее в воде и погнали. И смотрите, прямо на глазах у нас с вами все выходит. Видите, жир с плитки. Весь уходит прямо на глазах. Видите? Так что эти губки, девчонки, это чудо. Так, девчонки, снимаю через полчаса. Смотрите, налет немножко посветлел. Сейчас я пройдусь ёршиком, и мы с вами посмотрим на результат. А так очень беленький прям стал унитаз. Так, девчонки, даже подсветку включила. Смотрите, все отошло. Просто прошлась ёршиком. И вот этот налет, который у меня не отходил от прошлого средства для унитазов от Faberlic, он у меня уже давно здесь был. Он полностью никогда у меня не отходил. Смотрите, все отошло. Я очень довольна. Могу сказать смело вам, что средство Greenly, вот это новое для унитазов, оно мощнее. Мощнее, чем предыдущее. Вот, смотрите, весь налет, вот этот он отошел. Ура, ура, красота! Девчонки, машинка достирала, достала белье, вот полотенце, да. Мне вчера девчонки в комментариях писали, что белье не пахнет после стирки с кондиционером Greenly. Пахнет у меня.
еле уловимая душка, не так, совершенно не так ярко и вообще не так, как из флакона. Есть еле уловимый запах. Приятный запах такой чистоты. Мне кажется, когда белье высохнет, то действительно запаха может, в принципе, совсем и не быть, да? А пока очень мягкие, мягкие полотенчики, поэтому здорово. Посмотрим, сейчас повешу на батарею прям, на батарею посушу и посмотрю, насколько оно будет мягким после сушки. Девчонки, в один слой, это Berry Shine у нас с вами, 76-19. Красиво, жиденький такой лак, но смотрится очень красиво, немножко в малиновый уходит. Ложится хорошо, не полосит, но он такой какой-то полупрозрачный, что ли. В общем, это в один слой. Сейчас буду красить второй. Девчонки, вот в два слоя. Камера почему-то вам делает его краснее. Сейчас, не знаю, при искусственном освещении может попробовать. Это при естественном. Красивый, очень красивый лак, насыщенный. Так, знаете, но он в малиновый отдает. Он не такой красный, как передает камера. Сейчас при искусственном попробую вам показать. Все равно, девчонки, краснит. Но, в общем, на сайте и в приложении он такой вот, какой есть на самом деле. Вот. Покрытие классное, со второго слоя выравнивает ногтевую пластину. Очень здорово. В сюжетах вам потом расскажу, сколько держится, через сколько начнется вот на кончиках стираться и как это все дело будет происходить. Ну, а на этом с вами прощаюсь, мои хорошие. Надеюсь, влог был вам интересен и полезен. Всем пока. Праздничного настроения, как всегда. Всех люблю, целую.